Всем добрый день, ребят. Мы с вами начинаем наше путешествие, можно сказать, от улицы Лазарева, а может быть и Победы. Тут не поймешь юридический адрес вот этого здания, честно говоря, я уже не помню, ну и бог с ним. Нет, все-таки Лазарев, вот это вот здание Лазарева 1/1. Вот от него и начнем наше путешествие по улице Речной. Все, кто останавливается на аэродроме, прекрасно знают переход, который тут имеется, ну и, соответственно, гуляли здесь периодически в сторону моря. Я тоже уже гулял здесь не раз. Была такая у меня рубрика, наверное, это и сейчас есть, как пройти. Так вот, если тут пройти под этой речной, свернуть направо, попадешь на Калараш, на пляж, на пляже центральный, на Павлова. Повернешь налево, попадешь на улицу Речную, по которой мы сейчас с вами и прогуляемся. Но Речная тоже у нас улица непростая, с характером. Делится на две части. И вот по одной части можно опять же пройти на пляж Салют, а по другой на пляж Багратион из моря. Так что думайте, планируйте, что да как, куда идти. Мы же с вами пойдем по улице Речной, ну, наверное, по самой центральной части ее, мимо Прометея, мимо всех столовых, которые сейчас уже не работают, Ножи Кавказа, тоже будем подсматривать, над которыми он хума висит. И никто же ее не срывает, а? Повисит это дерево сейчас в центральной полосе, его, наверное, уже бы оборвали полностью быстро, но вряд ли он там появится. Ладно, идемте гулять. Как я уже неоднократно говорил, тот момент, когда перекрыли улицу Калараш, открыли проход на улицу Речную, вот он, проход к морю, и здесь стала немножечко улица оживать, а Калараш, кстати, угасать. Вот так вот, если где-то прибывает, то значит где-то убывает. Привезли здоровенные бойлеры такие, явно для домика. У них тут своя котельная, вероятнее всего, два аж здоровых. Магазин Пятерочка. Нет, еще работает, еще горят огоньки. Продаются квартирки в этом сером здании. Мяукают коты. Ну, а мы идем в сторону моря. Ну, вот, частенько на наших улицах можно встретить поршерки всякие. Киви оборвали, наверное, уже, да? Или не, в этом году не плодоносило, не помню. Ну, в общем, факт в том, что это киви. А вот плодов я не наблюдаю. Частная территория, посторонним вход запрещен. Вот так вот, все по-взрослому. Отель пик сезона. Пик сезона прошел, поэтому отель сейчас тоже не работает. Ждет своего времени. Черепаха. Тортила. Я всегда думал, что она из бетона. Она, судя по всему, сам открою. Деревянная. Вот так вот. Вспомнили? Вспомнили. Столовая для всех с детской комнатой милиции, так и хочется сказать. А вот этот домик преобразился в этом году, смотрите, какой он стал интересный, симпатичный такой вот клинкерный кирпичик, серенькие тона, чем-то напоминает тот на море. Заборчик стали переделали, тоже нормальненький так сделали, а эта часть почему-то осталась все-таки в виде простого кирпича. Ну да, да ладно, хозяева сами без меня опять же разберутся. А мы с вами вернемся прошлое и посмотрим, какие цены были в этом году, хотя я показывал, кажется, вам их в том числе, на всякий случай, будет вам что сравнивать на следующий год, запоминайте. Я понимаю, что в этом году уже сейчас эти цены не актуальны, ну, для вас я имею в виду, это информация. Ну, наверное, будет прикольно сравнить. Запомните, в конце ноября мы снимали цены в этих столовых.
и вы сможете весной сравнить, что да как. А учитывая, что вся продукция питания, все вот эти все полуфабрикаты и сами продукты весьма-весьма подорожали, так что, возможно, и цены тоже вырастут. И будет интересно сравнить чизкейк Нью-Йорк банан. Я банан. Песня такая появилась не так давно. Чищу банан, банан. Смотрели? Ну, я вот даже исполнение видел этих песен. Алексия плясала. Морс в бутылочке 300 мл, 70 рублей. Чай 25. В общем, как-то так. Будет интересно. Сравнивайте. Так, ролик уже получается большой. Ну, какой получается, такой получается. Юки. Тоже показывал вам, ну, вот таких ярким. Ох, красиво, прям капельки такие свисают. И пчелки. Это, правда, муха. Ну да ладно, лучше пчелок, вон там пчелки были. Надо же было мухи попасть, зеленые. Медийное место. Ковчег, креветки, меветки. Маму топаем дальше. Кстати, вот ковчег, да, преобразился в этом году. Вот стал намного интереснее, красивее. Можно подсмотреть немножечко, что там творится в Прометее. Мы сейчас с вами на территории Прометея. Несанкционировано. Вот так вот. Погуляли. Такая фасоль растет какая-то длинная. И даже есть прогуливающиеся люди. Вот как бывает. А я-то думал, уже все, я тут один. Повелитель страниц. Тоже был такой фильм со Шварценеггером, кажется. Там он. Аквапарк Прометея. Кстати, вот отсюда тоже можно будет подсмотреть немножечко. Интересно даже. Я уже навожу контакт. Да, о! Вот вам, в Прометее тоже побывали. Там только коты сейчас гуляют. Важные такие. Бамбук. Как-то вот так. Вот мусор кто-то тут кидает все равно. И те же коты и собачки. Коих здесь много достаточно. Его. Как сказать-то так, а? Чтобы не обидеть. Короче, раздербанивают пакеты эти. Этот фрагмент, наверное, не очень вам интересен. Я не знаю, выключать, не выключать камеру. Ладно, уже пройдем весь маршрут уж целиком. Тут киоски, киоски. И еще раз киоски. Автомобили, вот судя по всему, хозяева московские. Москвичи. Тишина. Вообще тишина. А погодка-то классная. Сейчас загорать можно. Купаться тоже можно. А можно и не купаться. Никто в плане того, что можно, никто не запрещает купаться. Суп фрикадельками. Видимо, кто-то допустил ошибку. Потом уже исправляли. Я тоже иногда могу такое написать, так что уж не смейтесь громко. Видите? Там было шница написано точно. Так тоже бывает. Но банан режется, разве что. Тут, видите ли, чуть ли не провода там какие-то, системы охраны, может даже под напряжением, чтобы никто не залазил в
Прометей на халяву поживиться. О, еще парочка гуляет. Отель «Радуга». Молодцы. Ковчег, «Радуга» и пик сезона. Вот прям душа радуется, когда видишь надпись «Радуга». Ну, в плане того, что хотя бы знаешь, что ты видишь. А вот тут вот шея уже по 130, ребятки. Подорожала. Где-то только что я ходил и видел по сотне. Ну, посмотрим, что будет на следующий год еще. И 160, кажется, была максимальная цена или больше. Вот не помню, где была максимальная. Ну, естественно, это был центральный пляж. Ну, так самая такая распространенная была 160. Ну, я имею в виду из максимальных цен. Выше я уже не помню. Все по одной цене. Курорты Краснодарского края. Ну, а мы уже все ближе и ближе к пляжу Взморья. И поэтому и так достаточно длинный. Вот тут мне колбасы не дали. Вот в этом году не было колбасы, я запомнил. И шашлык тоже не делали в этом году. А я-то ждал. Кажется, слегка море шумит. Ну все, ребят. Прогулялись мы с вами по улице Речной. Посмотрели, что здесь да и как. Пора, как говорится, и честь знать. Обернемся, покажу вам ее еще разочек. И всем говорю пока.